май дарлинг, с вами Симона, и мы возвращаемся к нашей любимой избушке, уже знакомой, и чешем по следу из крошек. Нам вроде сказали, что нам надо идти обратно, вернуться, короче, на след из крошек. И будет нам счастье, если мы будем пореже видеть пауков. Вот тогда нам всем будет счастье. А то задолбали, реально, в Хогвартсе. А, в этом смысле. Короче, везде, блин, эти пауки. Я считаю, это заговор против арахнофобов. Мы должны составить петицию. А, нет, я обратно залез. Да вы чё меня путаете? Я вот хотя бы в этом, в Деливерас Марс нет пауков. И на том спасибо. Было бы очень странно, если бы в космосе все было так запущено, что аж там даже пауки завелись. Так, мы, короче, идем. Наверное, я не знаю. Это что сейчас было? Не надо кряхтеть, я пытаюсь понять, что я только что видела. Ладно. Где ты? А вот ты. Я больше так не могу. Я слишком взбудоражен, чтобы отдыхать, и слишком... А, только это уже такое было у нас. Уже такое было. Ну возьми зелье охотника, возьми, господи. Ничего для червяков нам не жаль. Сейчас мы себе всего накрафтим и пойдем дальше. Что это было? Второй раз уже. Что это? Какой-то олень из мух. Странный ты олень. Или лось. О, стоит. О, о. Я, короче, знаете что? Так, подождите. Так, так, так. Жилы в струнку, зубы стисни. Жертвы боль прими в себя. Те, кто зла тебе желают, будут сил давать любя. Короче, я поняла, эти стишки, это не просто так. Типа, гениальность от Симоны. Записывайте, достаем двойные листочки. Короче, он в этих стишках подсказывает, какой будет эффект. И вот я думаю, здесь это у нас получается вот этот вот обратный урон. Если мы кого-то будем ранить, будем раниться сами. Если кто-то нас захочет поранить, то он нам наоборот восполнит. Я думаю, что нам это не надо. Быть посему. Конечно, не будешь же ты спорить со мной, скотина. А это что такое? Грибы, побочные задания. Блин, давайте без побочных заданий как-то обойдемся, а? Пожалуйста. Перо под ребро. Да что у вас здесь происходит? Какие-то... Так. А, нет, это лиса просто. Шпык. Нет, я не буду с вами разговаривать, грибы. Я... Ну ты еще сбей меня! Придурок. Так. А, это ты, господи, маленький. Кушай, кушай, господи, маленький, сладенький такой. Так, вот мы идем по следу из крошек. У нас все прекрасно. А, мы тут сейчас найдем проблемы, как всегда. Естественно, нам же больше нечего делать. Вот это я помню. Это плохо кончится для нас, если мы это вот так вот не избавимся от этого, знаете ли. А чё так много? Это еще что такое? Она меня заметила или нет, или что это? Блин, что-то походу она меня заметила. Мне это вот это не нравится совсем. Я не хочу с ней связываться. Ой, ну, твоя девочка разозлилась. Я понимаю. Я понимаю, ну так я вообще к ней не подходила. Иди ты в баню. Что ты еще пристала ко мне? Уйди. Ушла? Блин, где мне теперь ягоды брать?
Сейчас еще вот эта хрень взорвется. Так. Мне нужны ягоды просто. Я пришла с миром. Так, наделаем всякого. Нет, вот это нам не надо. Так, 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 так. Сейчас все будет нормально. А, блин, а здесь гнолы. Идите колотить. Оп. А вот и все. Вот и были гнолы, и нет никаких гнолов. Ага. Ну я помню, мы здесь вот с вами ходили в прошлый раз. Ну на карте типа написано, что нам сюда и надо. Не понимаю, как это работает. А чё ягоды? А почему ягоды? Дай пройду нормально. Спасибо. Вот ягоду съели. Это вообще прекрасно. Там какие-то галлюциногенные грибы. Фига у них пирушка там, вы гляньте. Но мы их не будем провоцировать, ну их в баню. Куда-то нам надобно. Сюда. А сюда вот это куда? Фу. Фу. А! Чуть не упала. Так. Вот, вот куда-то вот сюда. Ну не на колье же мне спрыгивать. Чего? Вот я ничего не понял. Убрать лук? А зачем мне убирать? Сдуй их скорее. Где? Так. И что? И это зачем? Ага, там вон... Так, вот это уже поинтереснее. И так еще медленно поворачивается на меня, типа... Ты чё творишь вообще? Я ничего не творю. Как говорит мой дед, я делаю, я знаю. Но вообще-то я вообще ничего не знаю, если честно. Мне вот куда-то туда. А появились еще какие-то искры? Ага, вон там. Мне надо ходить... Ага. А, это просто к ларцу меня вели? Вы что, серьезно? А я смогу как-то перепрыгнуть? Тут не надо перепрыгивать, все в порядке. Или нет? Подождите, как сюда попасть-то? Во. Ну, это зашибись, конечно. Это очень полезно. О, у нас теперь там, по-моему, можно прокачать какое-то дерьмо. Нет? Сколько? 5 зубов! И черный порох еще у нас есть. Порох это... полезно. Это значит, что можно вот это прокачать. Ядовитая пелена. Особый прием при попадании создает облако яда. Интересно, но судя по логике и вообще жестокости этой игры по отношению к игроку, это облако еще и меня будет ранить. Так, там гнолы. Я не хочу. Я не хочу к ним. Паркур! Так мы чё, мы здесь зачем? Мы просто ходим за стрелами... Ой, за стрелами. Что там? А, там вода, которая отражает небо. Вот что там.
Офигеть, у нас зубов вообще сверх нормы. Один только вопрос. Нахрена? Ничего не понимаю, где наша цель? Сейчас я как прыгну. Ой, еще ежик. Ежик. Сейчас я тебе дам яблочко. Ой-ня-ня-ня-ня. Ага, а, извините, вы же боитесь. Ну все. Теперь, когда опасности не видно и не страшно. Короче, карта говорит, что мне не сюда. Твоя кровь не прольется напрасно. Чья? Моя? Моя вообще не прольется, я за компом просто сижу. А что мне надо сделать-то? Куда мне надо здесь попасть? Вот сюда. Что здесь? Активное задание, вот оно. Вернитесь к следу. Я, кстати, опять потеряла след, потому что я опять пошла за... А, так потому что я обходила гнолов, такие вы интересные. Потому я след-то опять и потеряла. А вы хотите, чтобы я что? Чтобы я с ними в схватку вступила? Я что, больная на всю голову? Где у нас был след? След у нас шел вот отсюда. А, нет. А, да, нет. Да. Да. Вот так вот шел этот след. Королева. Что это? Кто это? Что это такое? Да, вот здесь вот мы шли. Здесь были эти странные люди всякие. Ну и вот... Как бы здесь где-то след. Он затерялся. Потому что я не хочу драться с гнолами. Потому что я трусиха. Так а чё? А какой смысл-то просто с ними вступать сейчас в открытую конфронтацию, так сказать? Если они просто мне навтыкают, и на этом закончится вся эта история. Я же не могу ни прокачаться, ни хрена. Где? У меня же нету здесь избы никакой. А где они? Я же их... Я их вообще потеряла. Они вот тут, внизу. Да, нет? Или не тут? Может, их надо... А, вон они, там. Ё-моё. Точно, я вот этого. Я вот этого нейтрализовывала, чтоб туда попасть. О. А если я просто вот здесь их обойду? Так а я все равно не вижу следов-то. Следа-то нету здесь. Они меня увидели? Да как? Иди в пень. Пожалуйста. Они еще как-то умеют телепортироваться. Да отстаньте вы от меня. Я вообще ничего такого не делала даже. Надо, кстати, закрафтить себе еще одну. А чё уже в меня-то камень летит? Там вон еще эта метла стоит. А, все. Кончилось действие. Отстаньте вы от меня!
Вот же скоты! Так. А почему на него это не действует? Я сейчас не поняла. Почему я в него попадаю, а он... Так, один минус. Это прекрасно. Или нет? Ну и чё? Ты-то там чё стоишь? Тебе чё, особое приглашение надо? Ой, он упал. Он упал! Вы чё такие лохи? Это что? Это ничего. Ничего полезного. Ну и что теперь будем делать с вами? Это значит мы сейчас... А, вон они еще. Чешут. Давайте. Как-то вы не знаю. Ну, нападайте, что ли. Вот это вам. Подарок. Блин, я зря встала прям за этой метлой, потому что я же получу тогда вместо нее. Чего? Чего? Зачем ты? А где еще-то? Еще двое. Еще двое же впереди. В чем дело? Где они? Они где-то там. А! Господи, я чуть не упала. Ну и где вы? А где они? А все, их уже и не показывают мне. Ну, В этом смысле? Слушайте, нет, если бы я знала, что вы такие тупые, я бы, может... Ага, и вот тут, видимо, еще один где-то. Ой, я зачем-то кристаллическими. А, кстати, вот я не знаю, сильнее от них урон или нет. Все? Да, нет, другое. А, у меня все кончилось. Вот вы вообще гниды, конечно. Слушайте, а у них там еще, посмотрите, у них... Чего? Это что за чертовщина у вас здесь происходит? Мы поломали ноги. Еще зубы. У нас 9 зубов, ребят. Подождите. А что происходит? Почему? Мы на похороны заскочили, походу. Что ж, нехорошо, действительно, с оружием на похороны. Давайте поставим цветок вместо свечки. Можно? Нет, нельзя. О, мед можно забрать. За нами теперь будет ходить злой дух гнольский, который не доел ничего. Не доел меда на том свете. Не понял я, где след-то? Ой, что-то как будто... Почему такая маленькая девочка-то? Почему такая низенькая? Все время как будто в приседе. Нет, зачем? А, вот туда мы пытались пойти в прошлый раз. Нам не понравилась эта идея. А как же, а куда же мне тогда? Там эти стрёмные женщины. Я и не хочу туда идти. Да ладно, не ссы, это же... Она бы, наверное... Ага! Нам как раз ты-то и нужен. Кристалл, давай. Опа. Так. Подождите, где эти крошки? Крошки, где крошки? По которым мы шли. Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебе письма...
Вот письма мы получаем только от пауков все время. Там вон ходит эта грымза. Сейчас давайте по лесенке вот здесь заберемся и... Заберемся и посмотрим, где у нас там были крошки. Вон крошки. Тихонечко. Тихонечко. Тут вроде засад больше нет никаких. А, ага, конечно, вон она стоит, эта грымза. Мне получается... Да, мне получается вот туда и надо. Вот примерно куда я сейчас смотрю, туда мне и надо. Вон, по крошкам. Но она же мне навтыкает сейчас, эта женщина. Я даже не знаю, как с ней бороться. О! О! На ловца, как говорится. И зверь бежит. Вы мне все очень нужны стали внезапно. Потому что мне не из чего делать кристаллический стрел. Спасибо большое. Ваш вклад не останется незамеченным. Вон, туда. Тихонечко. Тихонечко. И гриб еще этот сейчас начнет нас матом крыть. Мы сейчас тихонечко. Тоже мне праведница. А чё, все праведники в полуприседе ходят? Вот. Мне сюда. Там леса. А, вот. О! Вообще красиво идем, наверное. А прикиньте, мы сейчас возьмем. Не с теми грибами. Слушайте, а их тут много что-то стало. Там вон еще один. Вон. Слушайте. Это все похоже на какую-то ловушку. Там вон какой-то еще ход есть. Но перед ним стоит этот странный гриб. Я и не хочу туда идти. Я пойду. Мне сказали идти по крошкам. Ну что опять? Я не поспеваю за этими безумными муравьями. Они строят свои муравейники на каждом шагу. Я уже не знаю, что с ними делать. А я, думаешь, знаю? Вы не пробовали рыть под муравейниками? Нет. Что я там найду? А, я понял. Они обрушатся. И почему я сам до этого не додумался? Спасибо за совет. Я сегодня, кстати, увидела видео, в котором чувак залил муравейник типа расплавленным алюминием и очень радовался, что типа потом, когда этот алюминий застыл, очень красивая получилась как бы такая, ну... инсталляция. Типа там всякие ходы заполнились вот этим алюминием. И так вот и застыли. Короче, а я, насколько понимаю, как бы действующие муравейники муравьи не оставляют. Значит, там были муравьи, и он просто укокошил миллион муравьев. Красавчик просто вообще. Это не надо было! Нифига себе! Но я на всякий случай, вдруг надо будет быстро отступать. Нифига себе, вы видели просто этот прыжок веры. Ваш этот Assassin's Creed? Чё? Кстати, я же говорила, что от ее поисков тебе сплошная польза. Чё-то там мы, короче, она сказала про то, что мы ищем сестру. Я не успела прочитать. Вы чё пырите на меня? Опять заблудилась, ей нужно вернуться на тропу. А я где? Не на тропе. О! Стрелы, это неспроста. О, это же волка. Чё, мне сюда? Что такое? Вспомнила, как вы с ним ладили? Ой, отстань. В натуре. Ну, ну да, там вон крошки внизу. Сюда мне надо. Нет, не надо! Блин, я опять не сделала себе эту метлу долбаную. Да хватит! Это просто какие-то мини-гнолы. Отвратительные. Ай, вон еще бегут.
Все, вы оставите меня в покое. Ой-ё. Все, я могу дальше идти. Или нет? Сейчас я вон пособираю теперь всякого говна. Потому что у меня теперь нет этого говна. Ну, точнее, сейчас не будет, когда я сделаю вот это. Вот это что такое? А, в это нельзя стрелять. Ну, типа, можно, но красненького. А смотрите... конечно, в нее нельзя стрелять, это ж кукла. Сейчас, погодите. Погодите, ребятки, я сейчас вот пособираю полезного. Да, все нормально. И пойду осматривать куклу. О, ребят, это же значит, что нас сейчас ждет застревание в текстурах. А после этого платформер. Так. А, нет, сначала не платформер, сначала вот это. Да мы помним. Мы уже поняли, что это наша мать. Будет прикольно, конечно, если... Что ж, этого я ожидала. Он ведь давно напрашивался, а? Что, он нас обижал? Сопоставьте время пространства... Это я помню, да. Короче, будет забавно, если... если я такая, с такой уверенностью просто говорю, что, типа, это наша мать, а потом окажется, что она не мать. А чего потом надо нажимать? На пробел, по-моему, надо было нажимать. Не понял. А чё нажать-то надо? Это выходим мы из игры, так? Подождите. Может, я что-то не то делаю? Ну, по-моему, я то делаю. У нас пространство, это вот это. А это время. Ну, так я все правильно делаю-то. А, надо... Почему я подумала, что пробил? Спасибо. Спасибо, что напомнил. Вот это прям очень здоровская штука в этой игре. Что если ты забыл, как что-то работает, можно подсмотреть. Она пришла за тобой, волка. Да хрен его знает. Сердечко! Сейчас, давай. Оп. А, нет, не оп. Оп. Нет, не оп. Оп. Нет? Почему? Ну давай уже там это... Делай свое грязное дело. Почему Яга вскрикивает? Что посеешь, то и пожнешь. Идем дальше? О! Нет, а давайте не After You, давайте... В избу хочу. Я хочу в избу, мне надо прокачаться. Я там могу вообще дофига всего, кстати, полезного сделать. А сюда надо? Может, я куда-то не туда иду? Я вообще люблю в этой игре не туда ходить. А, ну, короче, за ним надо пока идти. Не надо рычать на меня. Я пуганая. Меня уже не напугать. Вот. А вы говорите, нельзя за бабочками следовать. Там куча гнолов, бежим. Уходим. А там чё, этот паук сидит один? Что такое? А чё? А что я взяла? Не знаю, наверное, что-то полезное. Блин, а я уж думала, сейчас будет мой любимый платформер. А чё опять ягод нигде нет? Я что для вас, какая-то шутка? Мои потребности тоже для вас какая-то шутка? Можно, чтобы я вот что-то такое разбила, и там вот вырос куст с ягодами?
Можно так сделать. Нас сохранили, кстати, слава богу, после кат-сцены. И это уже неплохо. Волка. Это ж надо было так человека назвать. Он тогда, получается... Он был неплохим. Я думаю, он был неплохим. Он просто был одиночкой. Потому что волк, он... тогда волк, когда волк. А когда не волк, он не волк. А чё, я думала, появится кот. А чё кота мне не дали? Я хочу в избу. Алло. Пойдем. О, ягоды. Тихо. Я хочу после этого сохраниться теперь. Ага, хитренькие. Сейчас я вот так вот я вам прям подарила. Ага. О, нет, я... Волка. Неприятное воспоминание. Не последнее. Подождите, я сейчас сохранюсь с полной этой, этой. Ага, думали, я пальцем деланная. Я вообще... Что-то я опять... Я не хочу туда. А, так, ну я правильно сделала, что я сохранилась, конечно. Это я молодец. Потому что сейчас надо будет вот это все делать. А зачем черепа? Мне что-то не нравится уже это задание. Он еще обозвался, вы видели? Я должна вернуть ее. Маску надо вернуть. А как? Что надо сделать? Найдите духа. Тень. Давайте по вот этим стрелять. Подождите. Это им не помогает. Подождите, я не понял. А как? О! На! Получил! За маску и двор стреляю в упор. Да, блин. Не поможет, да? Ой, поможет. Опа! Сейчас, подожди. Отдай ее! Сейчас, подожди. Сейчас он все вернет. Мы с детским... Не хочу это... Чего, чего, чего происходило? Я... Вы не... О, моя маска! Бежим, бежим, бежим! А, нельзя бежать? А, ну да, без маски трудно бежать. Вообще-то, если она нам так помогает, я не то нажала. Так должно быть. Подождите. Это что такое? Это что такое? Чего я? Чё? Чего? А как от этого уворачиваться? Как понять-то? Чего происходит? Ой, ё-моё! Это что за покемон? Это что у меня такое? А где хилки? Алло, добрый вечер. Понятно, надо просто постоять где-то. Они направляются. На меня, и после этого надо убегать. Все, я понял. О боже. Что это такое? А где хилки-то, ку-ку? Так, давай. Етить-колотить. А как так вышло-то, что вы так мутировали сильно? Так. Ага, нет, это ты не угадал. Это не надо так. Нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет. А-а-а! Блин, задело. Блин, а где хилки-то, ку-ку? Ну мы это так не пройдем с вами, ребят. Так ничего не получится. Ой! А где?
Выскакивал же еще. Ой! Хилка, 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 хилка! Ага, так. Теперь происходит... А-а-а! Тихо! Тихо, 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 тихо. Я ничего не понимаю. Так. Но мы пока стойко держимся достаточно. Так, нет, нет, иди в пень. Иди в пень. Оп, оп, оп. Я виртуоз. Тихо, тихо. Так, что дальше? Дальше должны опять эти штуки выскакивать. Да, нет, да. Так, конечно же, рядом со мной. Оп, блин, не попало. Так, а теперь что? Них не надо, не надо, нет. Тихо, 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 тихо. Тихо! А почему у меня опять так мало жизни-то осталось? Потому что я косая, вот почему. Подождите. Нет. Я извиняюсь. Блин, скоты. А почему нету никаких ягод-то? А, вот ягоды есть. Ну это дохрена. Это вообще очень щедро. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Опять я не в ту сторону побежала. Не рассчитала как-то. Блин, ну что это такое? Ага. И что, их прям надо всех тут зарубить? Давай уж заканчивай. Давай уже не возникай, понятно? Ты вот тут с моё побегай, ладно? Это что? А, это будет падать сейчас сверху. Это нормально. Это совершенно нормально для здешней местности. Это все, это мы сейчас переживем нормально. Наверное, да. Подождите, давайте на ту сторону сходим. Не сходим. Да блин, да почему? Да бежишь, почему ты не бежишь? Да что опять? Почему опять? Да... Нет, а как вы рассчитывали вообще, разработчики, что я без хилок и без всякого вот этого, вот это все сейчас буду проходить? Вы чё? Зато я сохранилась с полной этой... Как его? Да. Да. Да чем ты там залагал? Мы уже здесь сохранились. Подождите. Вот ягоды рядом с зайцем. Вот ягоды. Подождите, давайте еще походим вокруг. Где еще? А с той стороны есть ягоды? Вот ягоды еще есть. Надо просто по кругу бегать, понимаете? Нельзя стоять на месте. Да не надо. А вот пустили бы меня, я бы вот уже прокачала бы себе чего-нибудь. Так, я должна ее вернуть. Это нормально. Это мы сейчас все вернем. Подожди. Не ссы в компот. Подождите, а чё так далеко все эти-то? Потому что я уже погуляла. Подождите. Почему-то в прошлый раз так прям легко было в какие-то целиться. Так. Верни маску, девочки! Скот какой, а? Сейчас я тебе устрою. Да, блин. Ага, это не помогло.
А, не попало, не попало! Я сказала, отдай! Так, все, давайте идем до маски. Сейчас пока все нормально. А потом резко убегаем в сторону. Мне показалось, что у нее три пальца. А мы резко не убегаем в сторону, потому что тут это невозможно. Ага. Ты знаешь, что делать. Вы ошибаетесь. Я вообще не знаю, что делать. Блин, а мне казалось, что мы прям так далеко прошли в прошлый раз. Блин, не попало. Можно и вот так сделать. Уходим. Уходим. Так. Тихо. Тихо. Так. Спокойно. Что теперь? А, теперь вот эти. Ага, окей. Окей, давайте. Оп. А зачем прям подо мной-то появляться? Ну давай. А, это не то. Так, хорошо, допустим. Допустим, это единственное, чему я могу нормально противостоять, это просто бегать от этих штук. Потому что они обозначаются, где упадут. Блин, опять я не поняла, куда бежать. Блин. Ну что за идиотство, а? Пипец, просто вообще снесли мне не то, что даже пол хп, мне снесли вообще почти все хп. Просто суперический план. Да идите вы в пень, я лучше вон побегаю за хп, чё мне вас... Чё я там вам снесу сейчас совсем громулечку какую-то? Так, это за нами теперь бежит вот эта штука. Ага. Я хочу вот тут просто обойти, потому что хочу вот это взять. Прекрасно, давай. А, угу. Давай уже заканчивай. Я тебе уже сказала, давай не тринди. Ага, так, это сейчас будут опять падать сверху. Так, я хочу на ту сторону. Или не хочу на ту сторону. Там где-то были, по-моему, еще ягоды, нет? Да блин! Да что такое? Я же убегаю от них! Ну и какого хрена-то? Зашибись! И где еще ягоды? Давай уже присылай эти... Да блин, ты... Какое уродство. Вот как меня вот это бесит. Зачем это здесь? Естественно. Зачем мне жизни? Да ты охренел что ли или чё? Там теперь наверху надо стрелять. Я это увидела краем глазочка. Совсем вот на секундочку я это увидела. А кто мне это должен был сказать? Как я это должна была понять? И вот как мне понять, в какой момент? Когда сколько раз? Мне теперь считать? Мне теперь надо посчитать, сколько раз выскакивают вот эти ублюдки. И после какого-то раза мне надо будет смотреть наверх. Поняли? Все понятно. Просто триндец.
А чё я не попал? Я попала вообще-то, если что. Вот сюда я не попала. Ну, конечно, спрячься за камнем, скотина. Ой. И все из-за какой-то маски. Вот ты, волк, тогда волк, когда не волк. Зачем тебе нужна была наша маска? Объясни. Главное, что интересно, нам все равно по дефолту снесут ХП здесь сейчас. Потому что тут сейчас идет катсцена, и вот прям сейчас здесь появятся вот эти камни. Типа, что на нас налетели, да? А прикиньте, а если ты придешь в эту часть игры, как бы, когда у тебя, ну вот, одно сердечко? Что тогда делать? Ничего. Все. Иди, собирай ягоды. Да давай, блин. Так, будем бегать в ту сторону. А! Вот уродство. Так, ну хорошо. У тебя половины нету, а у меня пока все цело. И вот рядом ягоды. Вы думаете, я для чего здесь встала? А, вот. Я продуманная женщина. Ой, ёперный. Ну, давай. А, нет, это не то. Так. Конечно, это специально, чтобы я не стояла на месте, около каких-то ценных ресурсов. Чтобы я занималась вот этой фиготой. А, естественно. Ну вот, были ценные ресурсы и нет больше ценных ресурсов. Сейчас и жизни не будет. Так. Хорошо. Это мы пережили прекрасно. Далее. Надо, наверное, на его ХП смотреть там. Вот сейчас уже появился наверху или нет? Ага. Сейчас посмотрю. Нет, еще пока не появилось. Так. И что? Теперь появляются. Ну вот. И вот после этого... А, вот, когда она говорит, что давай заканчивай, надо... А почему я не попадаю-то? А, теперь тут вот эти штуки падают. Спокойно, ты так не это... Не нервничай. А то ты так и меня нервируешь. Где? Все, наконец-то, блин. Хоть бы, не знаю, можно было как-то в тот момент, когда она говорит, типа, давай заканчивай с ним, что-то камера как-то повернулась, чтобы было понятно, что теперь наверх надо стрелять. Но вообще в целом это логично, мы уже третий там или какой раз встречаемся. Осенью ночи становятся все длиннее и начинаются приготовления к кануну предков. А у нас начинаются приготовления к платформеру. Устраивают пышные пиры для умерших, чтобы завоевать их благосклонность или попросить мудрого совета. Но призывание мертвых не игры на лужайке или в лесу, если уж на то пошло. Некоторые духи могут задержаться дольше, чем хотелось бы. 3 года назад.
Младшие разводили костры на перекрестках, чтобы заблудшие души нашли дорогу к домам, которые готовы их принять. Осторожнее, будете себя плохо вести, баба вернется. Опасно, шутил старший в группе волка. Офигеть, у него уже бородище растет. Опасно поступил. Ну хватит волка, ведьму уже много лет никто не видел. Перебила его Зора. Тебя никто не спрашивает, вонючка. Странный выбор слов. Человек, который чистит который чистит выгребные ямы. Странный выбор слов для отродья, брошенного собственной матерью. Должно быть, она вышвырнула тебя сразу же, как увидела мерзкую отметину на тупой роже твоей молчаливой сестры. Оставь ее в покое, волка, сказал Драгой, пытаясь заступиться за Ягу. Для этого и есть друзья, так, дорогой? Right, дорогой? Что ты сказал, сопляк? Спор почти разгорелся в полную силу. Как смолк одним мигом. Сейчас я... Нет, не красная шапочка. Не красавица и не чудовище. Ах, да. И вот почему. Почему что? Значение любопытства в вопросе гибели кошек несколько переоценено. Хотя ряд неугомонных детишек и правда от него сдох. По счастью, на сей раз оно всего лишь завело их в избу. Спокойно. Ведьма сгинула навсегда. Мой старик знает, что говорит. Пока все рыскали по сторонам, у Яги появилось непреодолимое желание осмотреть странные корни. Когда капля ее крови обогрила шипы, земля под ногами задрожала. У, сегодня же канун предков, так, девочки? Может, нам вызвать дух твоей настоящей мамочки? Может, она расскажет нам, с кем спала, если она сама знает? Как же она не знает? Земля снова вздрогнула, и в душе Яги вскипел гнев. Да сорвут духи сегодня ночью покровы тайны. Да узнаем мы кое-что об этих двух уродинах. Ярость, бурлящая в сердце Яги, вскоре пробудила в ней скрытую силу, чтобы та помогла дать отпор мучителю. Девочка погрозила ему кулаком, и все увидели, что происходит с ее кожей. Ты видишь? Сейчас я просто... Вот черт. Вот. Сами видите. Что это у тебя, чокнутая? Тем временем изба пробудилась в полной мере. Оставалось только бежать со всех ног. Она бежала и бежала. Так что я пропущу эту ча... Ну надо же! Куда собралась, уродина? Значит, у тебя подарочек от ведьмы. Ты до того была проклята. И теперь ты догадываешься, что я с тобой сделаю, а? Не хочу даже предполагать. История Яги приближалась к печальному концу. Но тут она услышала голос, который будет неустанно ее сопровождать с этой минуты. Мне кажется, что это начало прекрасной дружбы, принцесса. И начало прекрасного платформера, который мы все так любим. Так, бег. Так, бег, прыжок, значит, на эту. Окей. А это взаимодействие. Добыча. А, ой, извините, это надо было перепрыгивать. В этом смысле. Оп, оп. Что случилось? Не понял, я что-то ничего не понимаю вообще, что я делаю. Ой. Ну я даже что-то уже пособирала каких-то этих. В смысле? Оп.
Я, кстати, не знаю, как я вот это делаю. Ой, я думала, тут что-то надо будет сделать. Блин. Так. Ба-ба-ба! Мне вниз? Ты не готова. К чему я не готова? Я, посмотри, вообще, что вытворяю. Что случилось? Что случилось? Теперь наверх нельзя, да? Не понял. Ничего не понял. А что мне теперь надо делать? А что мне теперь надо делать? Может, мне надо здесь теперь залезть? Ага. Ой! Не надо, пожалуйста! Ой! Оп, оп! Так, я услышал название игры. Я надеюсь, вы читаете сами, что там происходит, потому что... Пусти! Пусти, блин, скотина! Блин, я столько уже прошла, а ты меня назад вернул, гнида. Да, блин. Wriggling around, striking blindly, hitting both the guilty and the innocent. Так. Your shadow. Ну и чё, мы не можем пройти-то? Вот, мы прыгучие. За прыгучих надо платформеры-то проходить. Зачем все остальные-то нужны? Оп. Давай, давай. Оп. Ой. Ой. Все, мы все перепрыгнули. Красотища-то какая. Ой, ой. Это твой черный хвост. Следи за ним. Короче, она что говорит про... Про какие-то инстинкты, что у нас преследует чувство вины. Да. Пусти. Пусти, гнида. Пусти меня сейчас же. Сейчас скинь меня в лаву. Все, отвали. А чё мне здесь... А как вот... Я так и не поняла, как я с этими взаимодействую. Так, я должна сойти с пути и повернуть. Мне не надо сходить с пути, я иду по крошкам. А чё, почему я так медленно бегу? Нелегко понять, как выбраться. Потому что ты не готова. Я готова. Я вот как никогда. Пусти! Да пусти меня, сказала. Я готова. И что мне делать? Ничего. Все. Но это изменится. Пух. О, я предугадала звук. Как вам такое? Я не готова. Я готова. Не бойся, Яга, все хорошо. Что-то... Мне холодно. Не покидай меня. Не покину. Не покидай меня, Зор. Пожалуйста, не покидай. Я никогда тебя не покину. Волко, я ничуть по нему не скучала. Если честно признаться, то совсем наоборот. Это что... Что ты где? А не надо было выдрючиваться. Все, а все теперь. Ты не посмеешь тронуть меня, чокнутая. Ой, господи. Ой, такой смешной. Вообще такой здоровенный лоб. Ходил, дружил с мелкими и считал себя крутым. Охренеть. А чё? Все напрасно, их больше нет. И Зора, наверное. Нет, только не это. Все, у нас поломалась маска. Мы как дальше будем жить-то?
Да ладно тебе, а что ты такие выводы-то сразу скоропостижные делаешь? Может, все нормально? Это я во всем виновата. Я и есть ведьмина ока. Подойдите к безликому идолу. Подождите, ничего не видно. Это так надо? Или у меня что-то не так с настройками? Вы видели эту тень здоровенную от паука? Вы охренели, что ли? Вообще наглёшь. Ой. Ах ты, зараза. В смысле? А, он какой-то бронированной стороной повернулся, что ли, ко мне? О, господи. Новая маска, само собой, она скроет мое истинное лицо. А что с твоим истинным лицом не так? Ничего, нечего себе душу травить, это не поможет. Ты, я все про тебя поняла. Серьезно? Ты хочешь скрыть мое истинное лицо, принцесса? Мое уродливое, злое лицо. Ты маска, которая скрывает лицо убийцы. Помогает мне избежать правосудия. Правосудия? Нет. Но до правды недалеко. Но ты еще не готова. Говори. Послушай, я могу... Говори! Я не могу. Я не хочу. Еще рано. Надоели вечные тайны и недомолвки. Не буду больше на них время тратить. В рай. Мне пора идти. Я найду ее, так или иначе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что случилось-то с тобой? О, нас сохранили. И это прекрасно. Блин, нет, подождите. Никаких новых трюков, никаких сил древних богов. Я почти разочарована. Начинаешь жадничать. Все еще кое-что есть. Еще увидишь, когда придет время. Знаете, кого я хочу увидеть? Я хочу увидеть кота. Ой. А, вот. Ох. Я просто выйти хочу и увидеть кота. О, а мы, в общем-то, недалеко. Ага. А кот вот как раз далеко. Ну-ка, если я его помечу. Если я помечу кота. Я хочу сходить, у меня там... Кто тут бегает и смеется? Блин, такой смешной. А чё, а с ним можно что-то сделать? Стрелять в него? А, нет, можно. Блин, только я поздно как-то это осознала, что в него можно стрелять. Подождите, ну я фиг сюда попаду же. Тоже мне надо как-то... Может, мне вон за ним как раз и пройти? О, тут как раз есть... Ага, он меня ведет к этой Грымзе. А, мне, наверное, туда и надо. Здрасте, приехали. Здравствуйте, я ваша тетя. Приехала к вам жить. Я туда не хочу. Подождите, а активного задания у нас теперь нет? А, вот, как раз в избу. Так и я пытаюсь. Понимаете? А если я назад просто пойду? По крошкам, но назад. Я ж тогда приду в избу, правильно? Ой, нет, я приду опять к проблемам. Вот куда я приду. Потому что там эти женщины страшные ходят. Я забыла, что тут надо нейтрализовывать эти взрывчатки какие-то непонятные. Я просто хочу в избу, ребят. Ну реально. Прям сил нет. Как сильно хочу. А где эти-то, вот эти мои...
Шо ж такое? Блин, нет, это какая-то... Это не знаю, подстава. О, кот сюда пришел. Ага, нет, а это ловушка. Это ловушка. Сейчас мы так топ-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 топ. Так. Присядем на дорожку. А тут почему-то и нет никого. А, я сейчас, кстати, разглядела. Это закаменевшие вот эти пчелы. Ой, ой. Там эта женщина, она прям здесь. Да, видите, это вот закаменелая вот эта пчела. Фу. А, все, я вспомнила. Мы здесь ходили, по-моему, в прошлой серии. И тут как раз, наверное, кот, да? Вот он! Котауси! Привет! Ох, ребята, мы сейчас так прокачаемся с вами. Так, мы можем вот это вкачать. Ядовитая пелена. Особый прием, создающий облако яда при попадании. Зарядите мощный выстрел, удерживая левую кнопку мышки. Нажмите F, чтобы выполнить особый прием. Окей. Вот. И здоровье еще. И еще вот это можно разблокировать. Всплеск адреналина. О, у нас и на это есть. В смысле? А что? А, надо сначала вот это... А почему я... Не понял. А, потому что надо найти сначала какую-то страницу. Блин, то есть я нашла страницу, но я не могу это вкачать, потому что не вкачано это, а для этого тоже надо найти страницу. Короче, все, как всегда, прекрасно у нас. Короче, я думаю, на этом мы с вами будем прощаться. Я сейчас, конечно, потом еще пойду сохранюсь, потому что знаю я тут вот эти все порядки. В общем, как говорится, ты еще не готова, или как растянуть сюжет. Я прям понимаю, что мы очень близки уже прям к разгадке, но нам такие... Нет, ты еще не готова. Ну, короче, да, посмотрим. Я слыхала, эта игра за 7 часов проходится. Это вот у нас 10-я часовая серия. Как бы все... Все круто. В общем, не знаю, будем дальше разбираться, что у них тут здесь происходит, кто кого зарезал там и так далее. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.